Итак, посевная пшеницы 2023 на тракторе К700 начинается. Карта Новгородовка. Работаем. Поле 100 с чем-то гектар. Сейчас вам скажу точнее, сколько поле гектар. 110 гектар поле. Значит, здесь проводилась культивация. Давайте, пока работник работает. Вот, кстати, вот такое он оставляет после себя. Вот здесь проводилась культивация, здесь бросали известь. И после извести, соответственно, мы еще раз культивировали и теперь сеем. Хорош, трактор мне нравится. Стрелка тоже ничего, видите. Вот, а пока у нас идут работы, у нас сломался Т-150. У нас, значит, вот поломка. Причина поломки неизвестна, честно вам признаюсь. Так, все, больше у него ничего тут не открывается, нет? А жаль. В общем, работаем, друзья, работаем, пока Костик наш сеет, работник мы. Разбираемся, Т-150. Что же у нас не так с трактором? Так, плюс к нам еще завезли новые КамАЗы. КамАЗы, которые потом вам покажу. Надо решить еще проблему с Т-150, и будет тогда вообще огонь. Думаю, отцеплю культиватор, что ли. Да, хотя. Может, заведется, а? Ну-ка. Ну-ка, думаю, ну-ка, давай. Не, не хочет. Ну, это бесполезно. Он как бы стартует, но он не стартует. Да, в общем. В общем, если вам, друзья, интересно, что же будет дальше, пишите в комментариях, стоит ли мне продолжать, так скажем, работать здесь. Вот в таком формате. Вот, конечно, карта не для записи видео, но, возможно,
Возможно, кому-то будет интересно, я не знаю. Вот, в общем, пишите, а я пошел работать, друзья. Вот, да и звать кому-то на помощь. Вот такое было короткое видео, так сказать, вводное. Все, всем удачи и всем пока. До новых встреч.